Твери продолжается подготовка к прохождению половодья. В этом году местом проведения учений и общегородской тренировки стал Московский район. В поселке имени Крупской на улице Бортниковская тверские спасатели вместе с представителями районных администраций отрабатывали взаимодействие на тот случай, если в частном секторе возникнет непредвиденная ситуация во время таяния снега. Тренировка перед предстоящим паводком традиционно состоит из нескольких блоков. Сначала присутствующим озвучивается главная задача и объясняется порядок проведения практических занятий. 5 учебных точек. Первая учебная точка – это действие оперативной группы управления по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения. По правилам тренировки оперативная группа с необходимым оборудованием прибывает на место, чтобы определить масштаб подтопления, причины, а также силы и средства, которые необходимы для его ликвидации. Идет прочистка дренажных каналов с помощью экскаватора. Затем вот такая каналопромывочная машина промывает трубы горячей водой. В случае возникновения подтопления домов частного сектора администрация привлекает силы подрядчика, силы МУБЖЭК для того, чтобы стабилизировать обстановку. Это и прочистка водоотводных канав, прочистка оголовков водопроводных труб. Для безаварийного прохождения половодья муниципальным предприятием ЖЭК проверена запорная арматура на «Волге» и «Тьмаке», а также насосное оборудование на перекачивающих станциях. Подготовлена спецтехника. Предприятием подготовлена специализированная техника. Это эволососные машины, каналопромывочные машины, комбинированные машины промывки и прочистки, а также погрузчики и самосвалы. Противопаводковые мероприятия проходят во всех районах города. В случае резкого повышения уровня воды выше критической отметки, основные усилия будут сосредоточены на частном секторе. Специалисты районных администраций и спасатели проводят мониторинг территорий в постоянном режиме.